Приветствую, граждане и гражданочки. Приветствую себя на YouTube-канале. И мое приветствие сегодня посвящено чемпионату мира среди мастеров в Тарагоне, Испания, 7 декабря 2019 года. Что я хочу сказать? Сейчас перед нами топ-3 категории классик-физик-мастера, одной из ростовых категорий. Петр Татарко, Словакия, Александр Барбашин и Андрей Шмидт. Александр Барбашин и Андрей Шмидт – это Россия. Всего 9 участников. Еще раз повторюсь, это лучшие, топ-3 сейчас. И обращаю внимание, что позирование они начали с того, что первую позу, которую задал Филипп Борн для них, для показа, была поза вакуум, так как это было принято на конгрессе и в Биби в Фуджейре в ноябре 2019 года. Проголосовано и принято, что сначала позирование категории Classic Physique осуществляется и показывается первая поза для того, чтобы определить лучшего именно вакуум. Я не очень понимаю, почему это, для чего это, и почему именно для этой категории была введена данная система. Сейчас на видео вышли 7 человек в категории Classic Physique. Их вывели еще раз отдельно. По просьбе главного судьи Павла Филиборна, ведущий их представил. Теперь мы ждем команды, она сейчас прозвучит. Всех спортсменов попросят еще раз показать позу вакуум. Обращает внимание судьи на то, что смотрите, господа, кто лучше показывает позу вакуум, тот и должен быть победителем. А спортсменам предлагается, тем, кто не может должным образом эту позу показать, перейти и выступить в категории бодибилдинг. Потому что категория Classic Physique без позы вакуум не для вас. Сейчас уже финал. Вышло не 6 атлетов, а только 5. Именно по той причине, что не все среди них показывали именно эту позу вакуум. Мне, честно говоря, вообще не очень понятно, почему заострение, обострение на этой позе. Хотелось бы, конечно, слышать какие-то пояснения, объяснения от вышестоящей организации, от самого Филиппа Борна. Когда же я ему сам задавал этот вопрос, он сказал: так надо. Так надо, окей. Ну тогда зачем Classic Physique и одновременно классический бодибилдинг? Ответ, я думаю, будет тоже: так надо. Сейчас спортсмены начали демонстрировать обязательные позы. И опять первой позой для них была задана поза вакуум. Понятное дело, что та же троица, которая была в первом сравнении в полуфинале, по-настоящему четко и удачно показывает эту самую позу. Кто-то чуть лучше, кто-то чуть хуже. Мне трудно оценить по данному видео, как это на самом деле. Мне кажется, что все-таки здесь доминирует Татарка и доминирует прежде всего своими пропорциями, качеством подготовки, в общем-то, и он здесь получается так, что самый большой. Петр Татарко – это, в общем-то, выдающийся атлет из Словакии, выдающийся не только по титулам своим, он там и призер, и чемпион Европы, призер чемпионата мира и в бодибилдинге, и чемпион мира в Classic Physique, если мне память не изменяет, в 2018 году. Татарко уникальный атлет, по-настоящему уникальный, еще и потому, что он в системе Адамс, ВАДДЫ, уже много-много лет,
неоднократно подвергался процедуре допинг-контроля на различных чемпионатах, просто во время проведения, не знаю, своего времяпровождения, то есть в текущей жизни. И Словацкая Федерация его использует на постоянной основе, повторяя уже много-много лет, как человека, который в любое время дня и ночи может сдать пробу, и проба покажет отрицательный результат. Вот как-то так. Еще раз подчеркиваю, что сейчас Classic Physique и FBB Рафаэля Сантохи 7 обязательных поз. Одна из обязательных поз — это поза вакуум. И эту позу вакуум выполняет первый. То, что мы сейчас и наблюдаем по ходу чемпионата мира среди мастеров в Испании, в Тарагоне 7 декабря. Сейчас как раз спортсмены... Нет, это у нас получается... Пресс-бедро выполняет позу, потому что до этого позирование они начинали именно с вакуума. В общем-то, исходя из того, что мы сейчас видим на видео, совершенно понятно, как будут расставлены места. Лично для меня, понятно, что на первом месте будет татарка, второе, третье место или же Шмидт, или Барбашин, но остальное все на самом деле не важно. Постдаун, раунд для зрителей, судьи сдают протоколы. Барбашин, конечно, красиво пляшет, еще более красивые у него плавки. Сейчас для вас три произвольных программы, которые я записал. Это как раз тройки лидеров. Татарка, Барбашин и Шмидт. Я не думаю, что требуются какие-то мои комментарии. Давайте просто вместе посмотрим. Потом увидим, как на награждении будут распределены места среди названных фамилий. А в продолжении общего разговора еще раз подчеркиваю, что в 2019 году внесены изменения в правила проведения соревнований в номинации Classic Physique и FBB Рафаэля Сантохи. Проголосовано это, еще раз повторюсь, на конгрессе, который прошел в Фуджейре в ноябре месяце во время проведения очередного чемпионата мира. И изменения эти касаются в том числе того, что любое позирование Classic Physique должно начинаться с позы вакуум, которая является первой, превуалирующей, поступательной, наступательной, главной. Я не знаю, какое слово еще сказать. То есть, кто круче делает вакуум, тот должен, еще раз повторюсь, уже сколько раз эту фразу я говорю, быть на более высоком месте. И Барбашин, и Шмидт, и Татарка. Во всей категории, в общем-то, это три единственных человека, которые эту позу здесь исполнили. В начале года разделили позы. То есть была двойная поза. Вакуум, переходящий в пресс-бедро, сделали отдельно вакуум. И теперь с ноября вакуум — это поза номер один. Вообще, честно говоря, я первый раз вижу и ни разу не сталкивался, наверное, в истории такое уже было, когда отдельно выводили по новой категорию, когда отдельно для судей в режиме обучения, в режиме нравоучения показали еще раз спортсменов. В финал в результате вышло не 6 человек, а 5. 5 человек, соответственно, были награждены. Куда делись остальные, мне совершенно непонятно. Ну, в общем-то, и не очень интересно. Что будет в России с этой категорией? Да ничего не будет. Выполнят условия, выполнят требования. Хотя, честно говоря, было смешно и нелепо слышать, как на чемпионате России в Перми один из главных судей, председатель, сказал, что поза пресс-бедро отменена. Это попало все в эфир. Назаренко, ведущий, улыбался.
Ну, пускай будет так, как будет. Андрей Шмидт танцует, прекрасно выглядит, отлично нанесен грим. И в Биби Рафаэля Сантохи чемпионат мира среди мастеров. Вот она, эта пятерка, подчеркиваю, не 6 человек, а 5. И не из-за того, что только 5 выступало. Вот тройка спортсменов, ведущих, за которых, про которых я говорил. Так и случилось. Татарка первый, Барбашин второй, Шмидт третий. Поздравляем ребят. Но в данном случае видео про то, что готовьтесь. Делайте позу вакуум, после этого будете на самых высоких местах. Оставайтесь с нами. hardmuscle.ru. Александр Тимошенко.